Ребят, есть какой-нибудь листочек? Сейчас скину. О, спасибо. Работает это, нет? Алло, слышно меня, алло? Да слышно, слышно. А, все. Починю, значит, и так. Ну вот, значит, дигидроген монооксид самый опасный химик. Еще есть кто-то живой? Если кто-то выжил. Ладошка. Вышел, зашел нормально. Извините. Измерения закончены. Можно приступать к обработке полученных экспериментальных данных. Все, Анер, все, закончили смотреть, да? Сейчас следующий урок включу вам. Ну что, ребят, вам все понятно? То, что я вам объясняю, это все не просто так. Вам это в жизни еще понадобится. Все, Олег, давай, создавай еще раз. Я в этот раз на Пудже на мид. Все, поехали. Так, молодые люди, студенческий показываем. Студенческий? Вы серьезно? Да, давайте показываем. Пропускной режим никто не отменял. Я другую работу искать не хочу. Чё за бред? Так вот, когда Архимед лег в ванну, именно тогда он понял, что объем вытесненной жидкости равен объему самого тела. Так, сейчас голову домою. Буду объяснять вам второй закон термодинамики на примере приготовление яичницы. Мы находимся на Соборной площади. Это собор Санта-Мария-дель-Фьора. Да, примерно вот так он выглядит. Так, сейчас я еще одну миссию пройду и дальше пойдем. Так, ребят, ну напоминаю, что завтра у нас день группы. Каждый берет сам себе. Ну, вы поняли. Вот, то подключаем все равно 8. И вебки чтоб не отключали. Будем играть в крокодила. Поняли? Ну вот, в общем, такой танец, он недоделан, правда, еще. Ну, неплохо. Хорошо. Идею чуть не понял. Вот, ну, жюри додумать там главное. Слушайте, вот еще в конце думаю, может, вам, типа, на шпагат сесть, как, ну, вот так вот. Не, ребят, все, 15 минут прошло, давайте отключаться, он не придет. Согласен. Нет, вы, конечно, как хотите, но я вообще-то преподавателя собираюсь ждать.